Как известно, театр начинается с вешалки. Вешалку этой актрисы теперь найти несложно. На ней висят коньки и фотографии ее красавца-партнера. Чулпан Хаматова и Роман Костомаров! Вперед к себе! Вперед к себе! А все мои там кумиры в поп-музыке и в рок-музыке, не англичане, а ирландцы. И я очень рада, что я буду кататься под эту музыку. То, что я не могу сделать вообще даже на месте, представить вот это все, вот этот вот ривер-данс, я не могу сделать на полу, я буду это изображать каким-то образом на льду. Левую прыгаешь, приземляешь. Прости, вовремя на ногу поставь. У меня только сложности соединения руки, ноги, голова, которые не соединяются. При этом еще хочется чувствовать музыку, давать какую-то эмоцию. И как только начинаешь давать эмоцию, раз, начинает два, куда-то... И все, и дальше уже руки, раз, ноги не нужны. Пам-пам. И опять. Нормально получится. Сейчас тяжело, конечно, скоординировать. Потому что эмоции захлестывают, забываешь про руки, про ноги. Ну, я не про себя, конечно. Слушай, Чулпан, прости, дали тебе сам... Охренеть! Ну, этот деграй просто, ну что это, не может? Я выставляю. Меня почему-то круче, смотри. Давай, ты просто будешь стоять. Если меня сильно ругать и давить, ну, хочется сразу закрыться, и появляется страх перед какими-то новыми движениями. А благодаря Роме у меня такого нет. Спасибо тебе большое. Ура! Ура! Мы учредители фонда «Подари жизнь», который помогает детям с диагнозом лейкемии, это рак крови. И приезжали дети, которые уже вошли в ремиссию. То есть, в принципе, они уже выздоровели. И они так тут поездили, получили удовольствие. Стоишь на двух ножках, потом раз, одной чуть-чуть толкнулась, раз, друг. И я очень благодарна все, хорошо? Этой программе, которая придумала такую акцию.